города Пионерского. А красивые и задорные города Гвардейска зазывала к сцене. И вот мчатся зазывалы города Багратионовска. Дорогие друзья, к нам спешат зазывалы города Полесска. Давайте поприветствуем наших ярмарочных зазывал. Еще раз, дорогие друзья, бурными аплодисментами. Весь праздник будут они здесь зазывать, веселить. А для открытия 6-й международной ярмарки народного творчества «Город мастеров» на сцену приглашаются заместитель министра по культуре и туризму Калининградской области Елена Валерьевна Кашемчук. Заведующий отделом изобразительного и декоративно-прикладного искусства Государственного российского дома народного творчества Иванова Юлия Борисовна. Директор Калининградского областного дома народного творчества Наталья Петровна Березан. Здравствуйте, дорогие друзья! От имени Министерства по культуре и туризму Калининградской области я искренне поздравляю всех организаторов, участников и гостей с открытием международной ярмарки народного творчества. Вы знаете, говорят, что самый короткий путь счастливой жизни – это заниматься любимым делом. Мне кажется, что за эти предстоящие 3 дня мы увидим на этой ярмарке, на этом острове, очень много счастливых людей, которые занимаются творчеством, промыслами, поют и танцуют, вышивают, делают что-то из глины. И делают это с такой душой и с таким творчеством и талантом, что невозможно просто оторваться, просто загляденье. Поэтому я всех призываю приходить на ярмарку, смотреть, помогать, участвовать. И радоваться тому, что за 70 лет в нашей области родилось столько интересных коллективов.